Всем привет, меня зовут Ирина, и я хотела бы вас познакомить с таким направлением, которое называется боди-балет. Это, скажем так, фитнес, основанный на балетных движениях. Если вам понравится, и вы будете делать это на регулярной основе, то вы обязательно увидите результат. Мы работаем руками. Мы поднимаем наверх наши ручки. И точно так же в сторону. И вперед. Мы сейчас с вами познакомимся с балетным упражнением, которое называется демиплие. Или мы делаем маленькие приседания и большие. Мы становимся практически в первую позицию. Пяточки вместе, носочки врозь. Открываем ручки в сторону и делаем маленькие приседания. Теперь большие приседания. Следующий прыжок, который мы сегодня с вами делаем, называется Jumping Jack. Итак, мы открываем и ножки, и ручки, и прыгаем. Поехали. Теперь мы это делаем в каждую сторону с поворотом. И точно так же вперед и назад. И назад. Мы будем делать упражнения для пресса. Мы ложимся на спинку и поднимаем ножки 90 градусов. И рисуем точку в потолке. Дальше мы усложняем упражнение и рисуем маленькие кружочки. И еще более усложняем, рисуем большой круг. Итак, все круги мы рисуем в одну и в другую сторону. Мы с вами садимся в раскрытое положение, насколько вам позволяет ваша растяжка. Наша задача – поднять ручки наверх, в балете это называется третья позиция, и мы делаем наклоны, следим за тем, чтобы наш бок не поворачивался вперед. И про себя считаем до 8, не забываем обязательно дышать. Поднимаемся, отдыхаем и делаем то же самое в другую сторону. Отдыхаем и еще раз повторяем. Поднимаемся и то же самое с другой стороны. Молодцы! То же самое нам нужно сделать вперед. Мы идем ровной спинкой, ручки оставляем там же, вниз. Дышим и считаем про себя до 8. Кто может, опускается ниже. Поднимаемся в исходное положение и повторяем то же самое. Отлично! Ложиться на спинку и поднимать ножки наверх. Наша задача расслабить с вами мышцы ног. Итак. Садимся в исходное положение и делаем это еще раз. Мое видео будет занимать несколько минут, но ваше занятие должно занимать не менее 30 минут. То есть я вам показываю упражнение по одному разу, а вы делаете каждое упражнение по 4 подхода.